Так, забыл вам рассказать еще про это озеро. Тут можно еще гулять. Озеро это хоть и очень маленькое, но глубиной 19 метров. Это как там в 1957 году, что ли, не знаю, до дна смогли доплыть первые погружения. Но здесь многие любители еще хотели все дно достать. Были смертельные случаи, и в итоге запретили ему больше погружаться. Вот так вот, 19 метров, казалось бы, в этой луже. Каким образом формировалось, непонятно. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.